на телеканале Event TV продолжается. И в моей хватке руки наконец-то попалась эта сладкая парочка, эти красавчики Сергей Бойцов и его прекрасная... Анастасия Сазоник. И его прекрасная Анастасия. Сереж, ну, начнем с самого банального. Сколько ты учился делать сальто времени? Ой, мне кажется, я быстро научился, мне кажется, за полгода. Ну, там вопрос, типа, готов ли ты сломать шею, если готов, то что делаешь. Слушай, ну, то есть ты до этого никогда гимнастикой, акробатикой не занимался? Нет, моя гимнастика, акробатика проходила в поселке с ржавыми турниками, с стадионом, вот это моя гимнастика. Я почему спрашиваю, потому что я мастер спорта по спортивной гимнастике, и сальто могу даже сейчас сделать здесь вот в костюме. Ну, мы потом, немножко народ разойдется, я тебе покажу, что я не вру. Но при этом, вот для меня это очень интересно, то есть человек, который никогда не пробовал ничего подобного, берет и в силу каких-то причин, ну, то есть какая-то же была у тебя мотивация, почему тебе захотелось именно сальто? Настя, как ты думаешь, почему ему сальто захотелось? Или он для тебя? Или он хотел сказать, я вот смотри, сальто делаю, да? Тебя готовился удивлять. Вот, да, ради нее или, ну, честно говори, смотри в камеру, крупный план. Нет, но мне кажется, что это такое нутро, которое хотело что-то, и вот это вот просыпалось, вот это вот что-то такое. Какое-то нутро внутри. Что-то такое, да, потом, потому что там такие вещи, как прыгать с креслом и так далее, это вообще уже типа прямиком готов ли ты умереть, потому что... Даже так, да? Потому а что, может быть, да. Просто тебе не хватает вот этого, кого там, адреналин или каких-то? Не-не-не, мне кажется, что, ну, нужно быть честным, каждый человек хочет прожить эту жизнь особенную, чтобы что-то оставить, чтобы кого-то смотивировать, чтобы показать, что такие вещи могут делать не только голливудские люди, а простые ребята из поселков, из маленьких городов, которые могут это сделать. Для тебя патриотизм — это не пустые слова? Ты хотел показать пример нашему... Ну, патриотизм — это более, типа, такое, Россия-Америка, нет. Я к этому не любитель. Этого я любитель. Я как это правильно сказать? Патриот души. Патриот души. Если ты чего-то захотел, нужно сделать. Вот так вот. И ты можешь это сделать. Это по-мужски, да? Настоящий мужчина, вот, который сказал, пацан сделал, как в 90-х. Но такому мужчине нужна очень женская любовь. Ты любишь? Ты его любишь? Очень. А ты? Очень. И я вас, да? Горько! Хотел сказать я, но не буду. Да. Когда свадьба-то? Будет? Пока секрет. Ну, пока нельзя говорить. Вы пригласите меня ведущим, я же дату должен знать. Вы мне сальто пришлете на почту? Я сейчас сделаю так, держи. Держи! Я не могу, я так не могу. Дайте, я сделаю. Будете делать? Ну, сделаю. Серьезно? Да. Надо раздеться. Подожди, дайте я засниму. Давай, так, нет, он тяжелый. А мы с кому? Кому? Я сниму. Давай, Масик, ты снимай. Да, давай, Масик, тоже. Господи, так, давай. Ребята, в общем, у нас сегодня первый раз ведущий берет интервью и делает сальто. Посмотрите, вот до чего доводит экстрим. Я сейчас сделаю. Все, мы в тебя верим. Ну потому что. Бойцов меня вдохновил, и, конечно, это пара вообще. Так, внимание. Сальто делать. Мне 49 лет. Я 30 лет не занимался спортом. Так. Посмотрим. Так, ну ладно. Молодец! Красавчик! Кстати, ребята, вот делать сальто в 20 лет. И в 49. 49 это совершенно разные вещи, поэтому действительно низкий поклон и крепкое рукопожатие. Классно. Ну хоть на голову не встал. У меня есть такая шутка, с микрофоном есть такая шутка. Я говорю, смотрите, я научился поворачивать микрофон на 360 градусов относительно самого себя. Все говорят, все такие ржут, ха-ха, 360 градусов. Я говорю, вот смотрите, видите, опа. Так, опа, поворачивается на 360, все-таки, ну и в чем фишка, я говорю. А теперь смотрите, я без помощи рук, я передаю вам микрофон, и он повернется на 360 градусов относительно меня. Смотрите, на счет 3. Держите. Считаю, раз, два, три, делаю сальто. Все-таки, вау, ну реально повернулся на 360 градусов относительно меня микрофон, да? То есть, ну как бы, я говорю, вы знаете, спасибо, вы мне очень помогли, вы посылали мне флюиды. Однажды мне девушка не посылала флюиды, и получилось 180. И я потом... Вот я о чем и говорю. Да, вот стоп. Мужчина может делать абсолютно все, но если его не поддерживает женщина, не поддерживает мама,
И любовь не питает, то мужчина уже не такой мужчина. Сереж, ты настолько, ты внес в эту премию ноту такой искренности, такой душевности. Ты знаешь, вот когда ведущий сказал «тишина в зале», ну, даже люди вообще там не слушали, и возникла, знаешь, такая вот реально щемящая тишина. То есть ты сделал это, да? То есть за счет искренности вот этой любви твоей к матери вот это получилось. Это очень ценный момент. Я тебе благодарен как организатор мероприятия. Спасибо. 27 лет занимаюсь организацией мероприятий. И такой момент, когда возникает это мероприятие само по себе, уже становится ценным и становится событием. Потому что такие люди, как Сергей Бойцов и его прекрасная половинка будущая, украшают любую премию. Поэтому, друзья мои, приглашайте Бойцова на свои премии просто в качестве гостя почетного, и будет вам счастье, поверьте, это бомба. Спасибо. И твое пожелание зрителям телеканала Event TV. Мне кажется, ты так много уже сказал, что мне остается пожелать, чтобы все, что ты сказал, примножилось и в вашей жизни случилось. Поэтому мечтайте, делайте, верьте, и все будет. И любите. Ура.